То, что я хочу и с великим сделать. Ну вот, смотрите, ребята, мы зашли в дом. Вот у нас альбиносик. Альбиносик, колумбийский олень есть. Добыл я его в 2020 году. Вот у нас еще есть чернохвостый олень, альбинос, самец. Тоже я добыл в 2021 году уже. Лисичка у нас. Лисичка, альбинос. Лисичка, альбинос с красными глазами. В 2020 году была добыта в Хершфилдине. Помню этот момент. Серый волк на Аляске, добытый альбинос. Рядом с выжженным лесом. Такой вот у него пятачок розовый. В этой же стае был у нас и белоснежный волк. Они рядом были все. Белоснежная. Ну, это просто полосатый шакал. Шакалов. Шакалов у меня не было. Я думаю, решил сюда шакалов. Так, вот крутой трофей у меня, Спарк Фернандо. Благородная лень. Бриллиант. Добыл я его с помощью подсказки. С помощью подсказки добыл я этого оленя. Благородного в Парк Фернандо. Я не знал, где его найти. Начал читать информацию. И там была подсказка, что там эта женщина в 80 там каком-то году. Да, супер олень, мне тоже нравится. В 80 там каком-то 7 году она добыла там в том районе, в лесах, добыла вот огромного вот такого. Я пошел в то место на карте, и он там был. Видео, кстати, есть, как я его добыл, на канале есть. Видео называется «Благородный олень, бриллиант». Если набрать на ютубе, вы найдете это видео, как я его добыл. Ну, вот у меня еще меланизм кряквы, недавно добыл две штуки. И светлая кряква. Это аксис, так просто накинул для красоты. Аксис для красоты. Да, можете посмотреть. Вот последняя добыча 100% прохождения. Это мой последний бриллиант, на котором я завершил игру полностью на 100%, собрал все достижения в игре, прошел всю игру на 100%. Это Гарна, тоже видео есть, если набрать Гарна бриллиант, то найдете это видео, как я его добыл. Это было 8 марта, кстати. День великого охотника. У нас теперь 8 марта. Такие вот рога. Это за день до того, как я добыл бриллианта. Даже не за день, вот число. 03-3 марта добыл. А этого 8 марта. Просто в крапинку белая гарна, самец красивая, что редкая. Редкая гарна. О, собачка у нас тут, смотрите, в доме. Да, вот собачка у нас. Отдыхает, молодец. Так. Второй этаж потом пойдем. Сейчас первый этаж пройдемся. Смотрим, значит. Это у нас дикая коза. Пятерка была. Пятерка, сложность была. Ну, на золото выпало. А должен быть пятерка бриллиант. Ну, видать, мало настрелял. Ну, рога красивые сохранил. То, что рога красивые. Ну ничего, будет, стреляй как можно больше. То животное, которое ты хочешь добыть, стреляй как можно больше самцов. И выпадет тебе когда-то бриллиант. Чернохвостые разношерстные. Аксис бриллиант тоже в Парк Фернандо. Достижения выполнял, сбор трофеев в Парк Фернандо. Я там аж 3 штуки их добыл. 3 штуки брюлика аксиса добыл, еще 2 аксиса промахнулся бриллиантов. Вот мой самый первый бриллиант.
мой самый первый бриллиант, он тоже есть, видео про него делал. Добыл я в тайге этого медведя 29 ноября, получается, да? В тайге я добыл его, этого медведя бриллианта. Видео есть, называется «Мой первый бриллиант», что-то такое, «Медвежья тайга». Ну, такой первый бриллиант. Ну, там, короче, мое видео выпадет со шпилки сам вместе с каналом. Это просто третий уровень был. Я думал бриллиант, но оказалось золото. Вот еще один бриллиант Axis. А тот бриллиант из трех бриллиантов. Это тоже парк Фернандо. Бриллиант чернохвостый олень. Предпоследний бриллиант перед завершением 100% прохождения игры. Помню, как стрелял в тайге альбиноса медведя. Вот видео тоже про медведя альбиноса у меня есть. И вот это видео есть чернохвостого, как я ночью добыл случайно в темноте, в бинокль спалил его. Вот. Это лань у меня выпала, тоже бриллиант. Мне вот человек подсказал, профессор наш Андрюха. Говорит, вон там вот, в этом месте, на карте Теавароа в Новой Зеландии, есть, короче, потенциальный бриллиант. Но ему, говорит, золото выпало. Я пошел в то место, он смотрел. Он смотрел на мой стрим, получается. Он увидел, что этот бриллиант бежит. Но он увидел, что пятерка средняя бежит, сложность. Я, короче, его подстрелил, подхожу. И Андрюхе бомбануло то, что у него золото выпало, а у меня бриллиант вот этот выпал. Красиво, да? Красиво. Белохвостый олень, бриллиант. Первый бриллиант. Я их уже два добыл, пока ищу великого. В Лейтоне я его нашел. Вот такие вот толстенные рога у него. Первый бриллиант белохвостого. Колумбийский олень тоже в Лейтоне разношерстно. Ребята, альбинос. В парк Фернандо альбинос. Пума альбинос. Одна из тех пум, которую я добыл. А где дают Кевин Магнум 300? Магнум 300 вроде бы не дают, а 338 дают за прохождение заданий. В парк Фернандо называется задание 15 кругов ада. 303 дают в Теаваро за прохождение миссии. В общем, за прохождение игры, за определенные задания дают оружие, бесплатно дарят. Это тоже дикая свинья была добыта в Теаваро, Новая Зеландия. Это у нас, ну, просто не было у меня бородавочника этого, я его взял. Это тоже у нас парк Фернандо, буйвол, бриллиант. Парк Фернандо, азиатский буйвол. Вот медведь альбинос, тоже видео есть, как я его добывал из ружья Гранкина. В тайге дарят ружье Гранкина в особой ржавой расцветке. Дарят его за прохождение в тайге задания. Да, я там таких двух буйволов добыл. Двух буйволов. Второй у меня висит в сафари с осеком. Мы сейчас отправимся, я покажу. Гарно-меланизм. Пиренейский волк, вот красавец с голубыми глазами. Это тоже достижение было, добыть три волка людоеда, призрака и вот этого вот черного красавца. Видео тоже я делал. Пиренейский волк, тень. Видео есть, короче. Вот. Видео есть, как я его добыл.
Это у нас пятнистый олень, хорошими рогами. Это тоже потенциальный брюлик был в Новой Зеландии. Ребята, вот это вообще, я считаю, одна из лучших моих трофеев. Я так хотел найти все цвета раскраски. Разные раскраски хотел пуму найти, но особенно я хотел найти пуму меланизм. И вот эта пума меланизм у меня самка выпала. Выпала она у меня в парк Фернандо тоже, когда я пуму искал. Вот такая вот красавица. Видео тоже есть. Пума меланизм называется, как я ее добыл. Пума меланизм, The Hunter Call of the Wild. Наберете, увидите, как я ее добыл. Там без мата тоже не получилось, потому что эмоции были. Я хотел найти все три цвета пумы, я их нашел, еще и в одном стриме я их нашел. Поэтому вот так вот. Так, это у нас серый цвет колумбийский, а чернохвосты, чернохвосты. Так, это у нас колумбийский разношерстный. А вот белохвостый второй бриллиант, который я недавно добыл. Видос тоже есть, недавнее видео. Это называется гайд при ранении бриллианта называется. Как сделать, как добыть бриллианта, если ты ему не сделал смертельное ранение. Там гайд у меня есть. Это последнее видео у меня. Вот серая пума, ребята, редкий тоже цвет. Серая пума, бриллиант мне выпала. Тоже есть видео. Короче, все вот эти вот, что есть у меня, я все видео делал, как я их добывал. Серая пума, бриллиант. Вот так вот. Так, сейчас мы идем наверх. Наверху я покажу еще трофеи. Смотрите, это просто золото. А вот с необычными рогами, называется уродец. Есть животные уродцы, короче. И вот попался мне такой уродец. Попался мне Рузвельт. Вот это олень Рузвельта. Посмотрите. Олень Рузвельта с такими рогами уродскими, да? Необычными. Ну, это лось у меня. Как бы не самый крупный. Самый крупный из на золото вот я добывал. Сейчас покажу вам. Это просто повесил разные разновидности рогов просто. Разновидности рогов. У нашего лося. Вот у нас красивый разношерстный. Разношерстный золотой. Класс рога не замечал раньше. Сейчас еще лучше увидишь. Разношерстный у нас. Белохвостый олень разношерстный, красивый такой. Это аксис у нас разношерстный. Серебро. Такое тоже красивое. Это гарна у меня золото. Аксис альбинос. Аксис альбинос. Это европейский заяц, когда я выполнял найти зайца бриллиант. Вот у меня есть самка альбинос, альбиноса. Самка альбиноса есть. Вот у меня есть самец альбиноса. А вот у меня есть бриллиант, которого я искал 1,5 месяца. 1,5 месяца, верите? 1,5 месяца я его искал. Вот этого зайца в Кватро Калинос. Но все же я его нашел. Это коричневый чирок в парк Фернандо я тоже добыл. Редкий раскрас у нас медведь-призрак. Раскрас-призрак называется. Редкий раскрас. Такой вот красивый пепельный цвет. Рысь. Рысь из тайги обычная. Просто рыси не было. Такая хрюшка наша. Дикая свинья. Вот редкая дикая свинья у нас. Розово называется вид меха. Ну, такой редкий, редкий цвет.
Это у нас бриллиант, еще один пума. Тоже видео там есть, как я добывал. Называется «Из засады». Пума-бриллиант из засады. Вот, как я его добыл в серебряных вершинах. Вот, ребята, смотрите, одни из крупных рогов. Вот рога вот такие вот крупненькие. Но тут нижние отростки у него не такие большие, как вон того вот красавца золотого. Вот, красавец золотой. Я думал, будет бриллиант, но получилось так, что он с золотым оказался. Ну, почти бриллиант, там чуть-чуть не хватало ему до бриллианта. Ну, мы найдем еще бриллианты и найдем еще больше крупные рога. Это у нас койот обычный. Койот обычный. Вот у нас разношерстный благородный олень. Разношерстный благородный олень. Вот такой вот красавец у нас. Люстра такая прям, да? Да, это мифические у нас. Вот это мифические рога, у нас все мифическое. Вот индейка, которую я 8 дней искал, бриллиантовая. Какая-то из них черная бриллиантовая индейка. 8 дней я ее искал на серебряных вершинах. Вот она здесь. Мат-мат вот такой сделал. Вот самка типа, светлая самка. И два самца типа дерутся. Так. Отправляемся теперь. Сафари Сосека. Сафари Сосека отправляемся. Покажу вам еще сафари Сосека. Там 4 бриллиантовых горных козла из Кватро Калина. Сейчас покажу. Наша сафари Сосека. Здесь стволы я повесил разные. Вот у нас меланизмы. Бесейский горный козел меланизм, редкий цвет. Золотой гридовский горный козел. Это я так для коллекции сделал. Мат-мат. Хочу альбиноса добыть еще. Льва альбиноса хочу добыть. Вот такой вот чучело мат-мат у нас. Так, тут у нас чисто. Вот у нас тоже лось неплохой с такими рогами. Серый цвет, стволы мои. Все красивенько. М1, с которой я сейчас охочусь. Вот у нас пиренейский волк. Чистый называется. То есть он не линяет, он уже отлинял. Все красиво, чисто. И вот красивый, красивый такой вот чучело мат-мат. Все они бриллиантовые. Называется «Достижение. Великая охота». Это достижение получается, когда вы добываете 4 горных козла разных видов. Юго-восточный, рандийский, бесейский и гридоский. Видосы тоже есть у меня по ним.
так и называется, название козла и бриллиант. Пишите, и вы увидите, как я его добыл. Допустим, Гредосский горный козел, бриллиант, и вы наткнетесь на мое видео, как я его добыл. Вот эти четыре горных козла, и вам дают достижение. Великая охота называется. Очень интересно было поохотиться. Очень было интересно. Вот. Такие вот красавчики. Такие вот красавчики. Было интересно мне выполнять вот это вот задание. Благородная олень с необычными рогами тоже такими. А я каждый день теперь с собакой буду. Я вообще каждый день, если не уеду никуда там в командировку, то я каждый день стримлю вечером. Стримлю. Сейчас я стримлю только охота на белохвостого. Охота на белохвостого оленя, чтобы добыть бриллианта. Вот олень Рузвельта, я не помню, как я бриллиант добыл. Я даже видео не делал, но это я только начинал играть. Я не помню, как я его добыл. Смотрите, 6 декабря я его 2020 года добыл, но я не помню, как я его добыл. Возможно, в каком-то задании я его добыл и сохранил. Возможно, это задание было ночью. Пума, альбинос еще, вот видите, вот еще третья пума альбинос уже. Вот это в парк Фернандо я все добывал. Да, вот такие вот огромные у нас рога. Вот. Вот, кстати, еще один азиатский буйвол, которого я добыл в парк Фернандо. Второй азиатский буйвол. Да, сейчас вспоминаю, как я это все проходил. Вот из этой винтовки я его добывал. Range Master 338. Классная винтовка. И видите, ее, она в раскраске такой под дерево. Ее дают за прохождение 15 кругов ада в парк Фернандо. Нужно 15 из 15 кругов выстрелить там по мишеням, короче. Вот. И дают вам такую классную винтовочку. Ну, крутые стволы, Вика. Вика, крутые стволы. Так, это у нас вапити скалистых гор. Тоже чем-то похож разновидность. Это Рузвельт разновидность вапити. Вапити. Рейнджмастер наш. Тут у нас пес отдыхает. Молодец. Тут тоже вапити я поставил. Моя Мосинка. Так, где-то что-то тут я где-то что-то спрятал, помню. В какой-то комнате. Так, это у нас кабанчик так был. Ну, просто смотрю, клыки большие подобрал. Еще одна светло-коричневая индейка. Пума обычная. Вапити. Ну, это то, что я сохранял уже. Так просто понацеплял. Тоже клыки хорошие у него. Сикач, сикач. Бизон в крапинку. Вот, был добытый. На Аляске, да, на Аляске был добытый кабанчик тоже с хорошим прям сикач прям. Так, это у нас карибу альбинос. Тут я альбиносов понавешал тоже. Карибу еще альбинос. Чернохвостый альбинос. Чернохвостный разношерстный. Благородный разношерстный. Да, вот еще разношерстный у нас северный олень альбинос. Так, тут что у нас? Азиатский буйвол рядом был.
Вот так вот. Малый куду красно-коричневый. Чернохвостый выцвевший. А это у нас что? Золото. Почти брюлик. Был, помню. Чуть-чуть не хватало. Ну, вот это один из самых красивых, конечно, матматов. Вот этот эпично вышел, помню, я гору, на гору просто смотрел, на гору. Как он эпично вышел. Бесецкий горный козел, можете видео забить, посмотреть. Так, так, так. Бесецкий горный козел, вот этот эпично вышел на горе сверху. Очень красиво было момент этот, как он вышел. Какой заказника не придумают, ты имеешь в виду? Ну, большинство мнения, и мне тоже так кажется. Хотя, знаешь, по большому мнению людей, Австралия. Люди думают, что Австралия выйдет. А я думаю, что что-то с зимой будет связано, не Австралия будет, какая-то зимняя карта будет, потому что они то ли тестят, то ли я не знаю. Короче, зимой чувак, вот этот на их канале основном, зимой, он где-то ходил зимой, короче. Снег падал, фотографии, скриншоты показывали зиму. Мне кажется, что-то зимнее будет. Что-то будет зимнее. Я сейчас, смотрите, сейчас сохраню видос. Я отдельно сохраню.